Привет! Стало холодать и хочется чего-нибудь остренького. Давайте сделаем крылышки в барбекю, но в соусе свит чили. Мариновать я буду прямо на доске, потому что доска не впитывает ни запахов, ничего. Поэтому быстро перемешаю специи и обжарю. Из специй мне понадобится только хороший перец и соль. Чуть-чуть полью хорошим маслом и все перемешаю. Такие быстрые блюда очень удобно готовить на Weber Q2200. Очень хорошо встает на стол. Выкладываем все на решеточку. Вот главный плюс и отличие гриля. Крышка. Можно жарить в любую погоду. Закрываем и ждем еще 7 минут. Курицу обжарили со всех сторон. Теперь выкладываем в сухую тарелку. Поливаем все соусом свит чили. Соус светлый и прозрачный, поэтому будьте очень аккуратны. Это не барбекю, которое закрывает все цветами. Посыпьте все кунжутом и снова перемешайте. После этого опять выкладываем в гриль. Пару минут. И выкладываем все на тарелку. Вот такая простая и вкусная закуска у меня получилась. Ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, нажимайте на колокольчик. Всем пока!